Всем привет! И вновь на телеканале Автоплюс программа «Тюнинг Ателье». Меня зовут Катя Каренина. Сегодня познакомлю вас с фантастическим автомобилем Saab 9.5. Поехали! Так уж вышло исторически, что наш народ имеет много общего со скандинавами. Практически на генетическом уровне нам близки и нордический климат, и философия северных стран, и завораживающая история викингов. И машины из Швеции всегда пользовались в нашей стране особым вниманием и почетом. Не надо далеко ходить. Еще 20-30 лет назад чемоданообразные Volvo и элегантные Saab'ы, особенно с дипломатическими номерами, являлись воплощением роскоши и высокого статуса владельца. Даже имеющиеся в те времена в спецгаражах Мерседесы и BMW не так выделялись в потоке и не были таким поводом для зависти. Saab – компания с авиационной историей и своим особенным духом, которым буквально пропитана каждая деталь в ее автомобилях. Описать это сложно. Нужно хотя бы раз побывать за рулем этих машин. Как показывает практика, мало кто после этого смог остаться равнодушным. А многие остаются верными этой марке навсегда. Волшебство. Не правда ли? Когда-то я ездил на Cadillac STS, потом я его продал и думал, что я могу еще себе купить. Ездил на разных автомобилях, и как только я сел, еще предыдущая была модель 9000 Saab, как только я сел в Saab, я понял, что это моя машина. Я сел, да, большая, самолетный дизайн, много кнопочек подсвечивающих, еще и едет быстро. Я подумал, что именно это моя машина. Потом прошло несколько лет, я попал в аварию на Saab'е, и Saab мне спас жизнь. Благодаря этой надежной машине я стою сейчас здесь перед вами. И с тех пор я себе сказал, что это моя машина, я буду ездить только на Saab'ах. До сих пор я езжу на Saab'е, выбрал вот этот вот 9.5 Saab. Модель 9.5 увидела свет в 1997 году. Это флагман компании. Самый большой, самый дорогой и самый стильный автомобиль марки. В его внешности шведские дизайнеры смогли соединить элегантность и агрессивность, легкость и спортивность. Видимо, именно поэтому Saab'ы реже конкурентов подвергались тюнингу. Тем, кому хотелось более яркой машины, выбирали заводские исполнения Aero или Griffin, которые имели слегка измененный экстерьер и спортивные настройки ходовой. Как правило, индивидуальность автомобиля владельцы Saab'ов подчеркивают аэрографией. Здесь по рисунку, если смотреть, то красное зарево, оттуда идут викинги. Это моя жизнь. На багажнике моего автомобиля написано «My way», «Мой путь». Ну, вот, это моя жизнь. Где красное зарево? Воины там победили, я там прожил. А воины идут дальше покорять земли. Поэтому родилась такая тема. Ну а викингов, вся геральдика соответствует скандинавским воинам. Потому что машина, соответственно, шведская. Проектировал этот рисунок сам. Он у меня был в голове. Я ходил, носил его. Найдя аэрографиста, он мою реальность, он вынес ее на борт моего автомобиля. Однако надо отдать должное нашему герою Станиславу. Он не стал ограничиваться классическими средствами и решил все-таки поднять руку на работу шведских дизайнеров, существенно изменив внешность автомобиля. С обвесом получилась интересная вещь. Я думал, как бы сделать мне какой-то оригинальный задний бампер, пороги, передний бампер. И задний бампер, когда-то ко мне в тюнинг-центр заехал автомобиль Chrysler Crossfire. И у него на передних крыльях были вот такие вот ребрышки. Мне очень понравилось, и я, честно говоря, пока не видел хозяин, снял быстренько с передних крыльев эту матрицу, и потом ее перенес на свой бампер, получилось очень оригинально. Чтобы соединить задний бампер с порогами, вот этими выступами, я думал о том, что Saab все-таки это авиационная тематика. Сделал такие крылья, воздухозаборники, скажем так.
Вот, ну и на переднем бампере, для того, чтобы охлаждался мой двигатель хоть каким-то потоком воздуха, я думал, чтобы был воздухозаборник, воздух попадал, и чтобы куда-то выходил, я сделал капот. С капотом была тоже интересная история. Капот я начинал свой делать вообще на даче, с молотком в руках. У меня был лишний бэушный капот, и из него я выстукивал, вымеривал. Но, несмотря на яркую внешность, переделка этой машины началась совсем с другого. Вся история началась именно с этого места. Когда-то, ну, я имею музыкальное образование, поэтому для меня музыка играет огромное значение в машине, причем потому, что большую часть жизни я провожу в своей машине. Вот. И я начал строить, слушать. Значит, первым, что я сюда поставил, я купил головное устройство мультимедиа Alpine. К нему же купил Alpine процессор 5.1. Соответственно, начал бороться с акустикой. То есть первые комплектующие акустические были, даже сейчас не могу вспомнить, какого названия. Почему? Потому что, ну, в итоге я пришел к тому, что херц — это получилось у меня сцена. Фокал — получилось тылы. Значит, зад весь вместе с сабвуферами сделал амбиквард. Хлесткий звук, потому что я слушаю рок, джаз. Для меня это самая оптимальная акустика для моей музыки. Ну, а потом, естественно, самые выносливые, я так считаю, что самые выносливые усилители — это Рокфорды. Ну, это американцы могут это делать. Ну, вот. А здесь 5 усилителей Рокфордов по 1500 ватт каждый. К нему же пришлось сделать второй аккумулятор. К нему же пришлось изменить конструкцию. Также вернемся к двигателю. Я изменил генератор, то есть сделал его более мощным. Для хорошей акустики нужно обязательно делать шумоизоляцию. Я сделал максимальную шумоизоляцию. Крышки багажника, крыльев, дверей, крыши, пола, под торпедой, передние крылья, то есть капота. То есть для, именно для звука, именно чтобы не было ни помех, ни вибрации. Все эти изменения повлекли за собой катастрофическое для такой машины увеличение веса. После установки музыки, шумоизоляции и прочих мультимедийных радостей автомобиль потяжелел почти на 300 килограмм. Началась цепная реакция, классическая для тюнинга. Дошло дело до ходовой части автомобиля. Поменял стойки на винтовые, поднял машину, поставил стабилизаторы, стойки стабилизатора увеличенные, там 26-е, 24-е. Машина перестала ловить крен, то есть она, ну, такая более устойчивая стала. Поставил растяжку. Растяжка, ну, дала мне какую-то более жесткость какую-то в автомобиле. Потом, естественно, она перестала от веса, перестала тормозить. Ну, для меня перестала тормозить. Я, естественно, тормоза увеличил. Значит, перед я сделал на 6-поршневые, а зад я сделал на 4-поршневые. Тормоза заказывал в проме. Вот, они для меня сделали полностью суппорта, тормозные диски, шланги, ну и все вытекающие. Ну и, естественно, когда все это сделал, машина перестала ехать, не хватило мощности. Я сразу поменял, поставил интеркулер увеличенный, мне его сварили из камазовской половинки радиатора. Потом увеличил выхлопную систему. Сделал 76-го диаметра. Потом дошло дело до турбины. Побольше поставил турбину, 19-ю. Увеличил впуск в объеме. И вот таким вот образом оригинальным решил его охладить. Потому что грелась машина. И сделал я это все из нержавейки. Потом все-таки пришло время поменять поршня. Заказал поршня под свой двигатель. Далее была установлена новая прошивка двигателя, которая разрабатывалась индивидуально. Для этого Станислав обратился к своим белорусским коллегам. Там же на стенде удалось узнать, что в результате получилось 350 лошадиных сил и 400 ньютон-метров крутящего момента. Отличные показатели, но они повлекли за собой другую проблему. Штатная коробка передач просто не справлялась с такой мощностью. Было заменено несколько коробок.
после чего пришлось слегка придушить тягу на первой передаче, чтобы хоть как-то увеличить ее ресурс. Знаете, я стараюсь не делить автомобили на мужские и женские, но вот здесь прям вот мужской дух. Мне очень приятное ощущение от управления этим автомобилем. Мне кажется, тут нет ничего лишнего, тут нет каких-то таких вот, как я говорю, пестрых деталей. Здесь как-то все так очень гармонично, все очень... Как люди реагируют на эту машину? Люди реагируют, ну, во-первых, конечно, когда я выезжал, там, обращал внимание, что взгляды. А сейчас что, зазнался? Не обращаешь внимания? Сейчас стараюсь больше уделять внимание дороге. Ну вот, первое нажимаю, смотрите, потом начинается мясо. О-ху, вот тут вот уже, опа! Ну да, вот тут вот уже держи руль, что называется. Знаете, чем успокаивает? Ты вроде хочется тебе нажать газ, ты нажимаешь, и пока ты ждешь этого разгона, и когда она уже начинает взлетать, да, ты уже вроде успокоился, и у тебя уже вот эта вот спесь прошла, потому что основные, как бы, да, вот эти вот старты с места быстрые, да, они не приводят к тому, что люди не справляются. Мне очень нравится руль, очень удобный, кстати, вот эти специальные зазубринки для поворотов руля. Плюс он небольшой, не маленький, он именно вот того размера, которого нужно. Не знаю, это, мне кажется, очень приятно, плюс вот эта вот обшивка кожей, да, вставки, очень приятно при управлении, прям, не знаю, действительно, как штурвал самолета. Но знаете, что самое ценное и уникальное в этом автомобиле? То, что практически все делалось самим владельцем. Интересно и то, что до этого у Станислава не было подобного опыта, но, как говорится, терпение и труд. Эта машина сделана самим для себя. Конечно, можно посчитать, сколько было потрачено денег на детали и работы. Но разве можно измерить те переживания, старания и душу, которые были вложены в постройку этого Сааба? Самостоятельно вручную выточенные серебряные шильдики на руле и кузове, филигранно вырезанные канавки для подсветки в порогах, рамки, накладки, обшивки. Как говорится в одной из реклам, это бесценно. Вот и все. Наше время истекло. Если у вас есть интересные автомобили, присылайте их фотографии на наш электронный ящик. И, возможно, мы покажем их в программе. Это была программа «Тюнинг Ателье», и я ее ведущая Катя Каренина. Увидимся через неделю. Пока!